использование места, которое ты занимаешь, я говорю о чиновниках высшего эшелона, это вот наш Петр Первый, я сестру Петра играл, царевну Софью, да, а Петр Первый играл, он говорит, так, а вот чиновникам давать как можно меньше зарплаты, почему? Взятки будут брать, все равно будут взятки брать. Это с Петра Первого началось, да? Коррупционеры кто? Ну, конечно, те люди, которые сидят на этой нефти, игле и так далее, и так далее. Не могут быть они не коррупционеры. Не могут. Потому что это все вот, это дележка. Пока мы не выработали все-таки таких стройных и строгих законов, когда действительно, если ты нарушил закон, вот, пожалуйста, но не за килограмм картошки украденной, а за миллионы и миллиарды, ты сел. Я хочу внимательно посмотреть, что будет с Уликаевым. Да? К сожалению, с Васильевой это ведь не получилось. Сколько мы трубили о том, что эта женщина все переступила. А где она? Она что, сидит? А министр обороны прошлый? Это что? И главное, что это вылилось на нас, на общество. Мы все это же обсуждали. И ничего. Так вот, если будет ничего, будет по-прежнему. А если будет все-таки строго совершил преступление, возмездие. Пожалуйста, ты совершил преступление, я уж не такой кровавый человек, не надо расстрелов, как в Китае, а там расстрел. Там просто расстрел. Не надо. Но давайте тогда, как ты хочешь, верни часть, которую ты украл. Своим имуществом и так далее. Пока законы эти не выработаны.